Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Закончился еще один сезон актерской школы на Доме-2. Победила в нем Юлия Ефременкова. Она получит главную роль в фильме. Сергей Кучеров и Сергей Захарьяш разделили приз в номинации «Лучшая мужская роль». Оба получили возможность сыграть роль в фильме. Совсем скоро объявят конкурс «Любовь года». Как сказала в эфире Ксения Бородина, в конкурсе примут участие 12 пар. Майя Донцова и Сергей Кучеров готовятся к торжеству на острове. Ребята съездили за кольцами. Маша Кахно продолжает ревновать Рому Гриценко к Аиде Бабаевой. И все ребята на поляне не могут не заметить, как он смотрит на Аиду. А к Маше Рома холоден. Все считают, что Маша влюблена, а Рома просто хорошо пристроился рядом с яркой участницей. Ребята на острове устроили мальчишник и посвящение для Ромы, который недавно прилетел на остров. Татьяна Владимировна Африкантова сообщила новость. Для Марины на Сейшелы привезли жениха. Парень молодой, неопытный, и женщина предлагает отправить ее на остров любви, чтобы поднатаскать парня. Никита Шелюков уже вместе с Юлианой Богомоловой. Он рассказывает: «Я остался один, было не очень прикольно, если честно. Затем я под виноградным соком шел к себе в дом и встретил по пути Юлиану. Получилось так, что мы проснулись вместе. Вот такая сила виноградного сока». Саша Черно уверяет зрителей, что она на самом деле сильно похудела. Ее вес сейчас всего 117 килограмм. А в эфирах она такая полная, потому что камера сильно прибавляет вес. Вика Романец подтверждает факт расставания с Антоном Гусевым. «Ничего не изменилось, — говорит она журналистам, — свадьбы не будет. Деньги, которые она вносила за банкет, уже перечислены ей обратно на карту. И 6 июля она планирует купить на эти средства новую машину». Никита Кузнецов и Дарина Маркина вернулись из Пензы. Маме Дарины понравился Никита, его рассуждения, жизненная позиция. Она обещала всегда помогать ребятам, не оставлять их в беде. Никита рад, что его приняли в семью. Теперь очередь Дарины знакомиться с мамой Никиты, но это будет уже после конкурса «Любовь года». Никита повидался с Глебом Жемчуговым, который заезжал на Дом-2. Никита утверждает, что Жемчугов встал на правильный путь. У него все хорошо, он работает арт-директором караоке, занимается тюнингом автомобилей, много времени проводит с сыном. Валера Блюменкранц опровергает слухи о рождении малыша. «Тата пока не родила», – пишет он. «Как родит, я лично всем сообщу. Сейчас у нас идет 40-я неделя». Ольга Рапунцель в интервью журналистам рассказала, что мама Димы Дмитренко так и не поздравила их со свадьбой. Женщина часто звонит Диме, плачет в трубку и портит ребятам настроение. В сети появилось первое фото Элины Камерен после ринопластики. Комплиментов она не дождалась. Ее новый носик назвали обрубком, а саму девушку сравнили с женой Джона Леннона, японкой Йоко Оно. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.